Всем еще раз привет! Сегодня Лига Чемпионский матч. И первый матч, который показывают по Матч ТВ, это матч между Реалом и Донецким Шахтером. Вот, ну, кому-то кажется, что Реалу может не надо выиграть, может не надо, может просто положить болт, может походить по полю. Нет! Нет! Реалу обязательно надо выигрывать. И Интер надо у Шерифа тоже выигрывать. Вот. Я уже поставил такой экспрессик 50 тысяч рублей. Да. Такой экспрессик поставил на два матча. С коэффициентом почти 1,6. Так что я вот уже поставил. Вот. Но переходим к этому матчу. И что можно вообще от матча ожидать? Ну, как я и говорил, ни Реалу, ни Интеру ничего не гарантировано. В этой группе. На первом месте по-прежнему идет Шериф. Идет Шериф с 6 очками. По-моему, Реалу тоже 6 очков. Вот. И это вообще-то уже 4-й тур. Да? И даже если Реал выиграет у Шахтера, это ничего не гарантирует Реалу. А если не выиграет у Шахтера, вот это вопрос. Потому что Реалу придется играть в Милане потом с Интером. А Интер будет мотивирован, потому что у них будет вопрос выхода в плей-офф Лиги Чемпионов. Вот. Поэтому, конечно же, Реалу надо в этом матче выигрывать. В этом матче выигрывать, да, однозначно. Однозначно надо выигрывать. Но там форы на них. Да, какие-то адские форы на Реал стоят. Просто адские форы. Там минус 2 какой-то. Хотя могут выиграть. Вон, они в Донецке их грохнули, по-моему, 5-0, да? Вот. Но я не хочу эти форы брать, какие-то индивидуальные тотлы брать. Но они завышены. Просто я считаю, что завышены. И тут риск очень большой. Ну, вот как вчера с Челси, видели? Ну, забили они один гол. И как кенгуру такой замороженный, как коала такая. Гибрид коалы и кенгуру такой. Ну, ой, мама, мы устали. Устали. Ну, нам хватит этого 1-0. Вот такая же, вот такой как бы мазохизм и не случился. Вот. Возможно. Зайдет тотал матча больше 3 за коэффициент 1.75. Вот присмотритесь к этому. Вот. Ну, а я возьму другую ставку. Мой прогноз на этот матч — это количество фолов больше 20.5 за коэффициент 1.85. В общем, 21 фол будет. Ставка зайдет. Почему я так считаю? Потому что Реал, и особенно Шахтер, с участием Реала и Шахтера очень много фолов. И Реал много фолит, и Шахтер много фолит. А в отчетном матче, потом, когда они играли в Донецке, там было наоборот мало фолов. По-моему, 9 фолов было. Но это выбивается из статистики. Это, наверное, не стоит брать в расчет. Вот, скорее всего, там будет что-то фолов где-то 25. Где-то 25-26, может больше. Вот повторяю, это фалящие команды, это не там какая-то там какие-то кенгуру там, которые смотрят футбол там или в гаджеты. Нет, они играют в футбол и много фалят, много задержек, да. И 20 фолов с половиной, это нормально. Это играбельно. По крайней мере, это играбельно. Вот по 10, в первом тайме там 10 фолов, во втором тайме 11, и все, сыграло. Вот, поэтому я взял фолы. Мой прогноз на этот матч — это количество фолов больше 20.5. Вот. Ну, вот такие прогнозы. В общем-то, я думаю, это будет больше. Там будет много фолов. Ну, как много. Ну, 21 фол — это уже много для этой ставки. Вот. А так, я думаю, Реал обязательно там выиграет. Обязательно. Вообще обязательно. Ну и думаю, голов будет много. Вот такой мой прогноз на этот матч. Смотрим матч. Он показывается по Матч ТВ в 20:45. Наливайте пивка и будем смотреть, как Реал будет прыгать на Шахтере. Всем пока.